Кандидат Мейрам Кожикен продолжает свою агитационную кампанию в Усть-Каменогорске. Он встретился с медицинскими работниками и инженерами региона. Кандидат от Содружества профсоюзов Казахстана Аманат прибыл в Усть-Каменогорск, встретился с медперсоналом областного диагностического центра. Затем кандидат отправился на Усть-Каменогорскую ГЭС. Он представил рабочим свою предвыборную программу. В свою очередь местные специалисты провели кандидату небольшую экскурсию и ознакомились с рабочим процессом. Мейрам Кожикен тоже поднялся на вершину плотины и отметил, что его первая специальность – инженер-гидротехник. Основная задача станции – это выработка безопасной экологической истории энергии и, соответственно, снабжение наших потребителей. Восточно-Казахстанская область, распределительные сети и часть промышленных предприятий. У нас где-то порядка 140 человек, основная часть оперативного персонала, которая работает круглосуточно. Существует профсоюз, при этом он существовал при всех, скажем, последних десятилетиях.